ты? Чё ты, пидор ебаный, блядь? Вот чё ты, чушка, ебать? Соси хуй, мраз. А? Вы позвонили в полицейский департамент, я вас слышу. Здравствуйте, полиция. На меня было совершено покушение. Секунду. Как вас зовут? Дэнни Мор. А где на вас напали? На меня напали возле бабы Зины, и еще раз они гнались за мной, напали на меня возле курьерской доставки для Тринити. Как выглядели? Запомнили? Трое запомнил, как выглядят на двух машинах. Одна черная El Camino, вторая синий Prius. Секунду. Первая какая еще раз? El Camino? El Camino, да, El Camino черный. А вторая? А вторая синий Prius. Слышь, мне сарам звонит, походи, бей. Они, кстати, бьют, разбили мне все стекла на машине. Сейчас, да. Прямо сейчас, машина. Прямо сейчас это происходит. Извините, но я кадет, и я один в данный момент на дежурстве, я не могу к вам приехать. Ну, запишите данные. Я записываю. 76-56-11-98-079. Не, мне не надо данные людей, номера. Мне надо номера машины. Сможете передать? Сейчас выйду. Запишивайте одну из них. Какая марка? 5, это синий Prius. Понял. 55588. 55588. Да. Разбили машину в хлам мне вообще. Как сказать, можете попробовать доставить машину свою на участок, я попробую снять какие-нибудь улики с ним. Ну они мне порезали колеса. Я сейчас попробую тогда их залатать, либо вам сделаю, если ну, фотографию ущерба. Хорошо. Тогда я вас ожидаю на участке. Да, сейчас подъеду.